Наркомания – серьезная общественная проблема. Ежегодно пагубная зависимость уносит тысячи жизней. Борьба с этим пороком – одна из главных задач Министерства внутренних дел. Профилактике уделяется большое внимание. Одна из мер – конкурс социальной рекламы «Спасем жизнь вместе». Ежегодно по инициативе Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия проводится всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности «Пропаганда здорового образа жизни. Спасем жизнь вместе». Среди лучших на конкурсе были отмечены представители Мордовии. Так, в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» победила студентка МГУ имени Огарева Алина Байкова. После решения организационных вопросов ее работа была размещена в виде билборда на Ботевградской улице. Стоит отметить, что совсем скоро этот конкурс состоится снова. Нами, Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия, в 2023 году данный конкурс будет проводиться с 10 января по 20 февраля. Соответственно, приглашаем всех желающих принять участие в данном конкурсе. Данила Демин, Александр Овчинников, «Народные новости».